Сегодня в поселке Северный торжественно открыли новый детский сад. Он принял более 400 воспитанников. Таким образом, в пределах района полностью решена проблема доступности дошкольного образования. Возможности нового учреждения оценила наша съемочная группа. Каждый взрослый, кто пришел в этот день на праздник, пожалел, что не может вернуться в детство. Светлое и красивое здание, просторные, хорошо оборудованные игровые площадки, приветливые воспитатели и жизнерадостные воспитанники – первое, на что обращаешь внимание. Дошкольное учреждение построили на окраине Северного, на улице Лесной, с перспективой на будущее. В последние годы поселок стремительно развивается. Численность населения достигла 10 тысяч человек. Поэтому ввода в эксплуатацию нового сада здесь ждали с нетерпением. Я искренне надеюсь и обращаюсь к педагогам, что за короткий срок это современное здание станет не просто современным зданием, а станет действительно современным образовательным учреждением, образовательной организацией, где будут осуществляться качественные образовательные услуги, где вы, уважаемые педагоги, сможете создать все условия для выявления таланта каждого ребеночка, который к вам придет, для развития творческих и интеллектуальных способностей. Коллектив и воспитанников поздравил глава Белгородского района Александр Сергиенко. Выступая перед собравшимися, он сделал важное заявление. Сегодня очередности детские дошкольные учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет на территории Белгородского района нет. Есть еще, конечно же, у нас вопросы от 1,5 до 3 лет по местам детских дошкольных учреждений, но они тоже сегодня решаются. Новый детский сад получил номер 22. Его проектная мощность – 380 мест. Но благодаря просторным помещениям он принял уже 430 воспитанников от 2 и до 7 лет. Общая площадь учреждения – 20 тысяч квадратных метров. Для гостей организовали экскурсию. Показали группы, медицинские и логопедические кабинеты, актовые и спортивные залы. В последнем установлены велотренажеры и беговые дорожки, сконструированные специально для маленьких детей. Есть два сухих бассейна, но коллектив особенно гордится бассейном настоящим. Его будут использовать с началом отопительного сезона. Для школьного возраста это очень хорошая глубина. Достаточно и для плавания, и для оздоровления детей. Здание детского сада оборудовано по всем современным требованиям. Для экономии электроэнергии в коридорах установлены датчики движения. Сами лампы – энергосберегающие. Безопасность воспитанников обеспечивается круглосуточной охраной. По периметру здания установлены камеры видеонаблюдения. Под постоянным присмотром также спортзал и бассейн. После экскурсии глава района не смог скрыть эмоций. Ну, скажу, восхищен. Не только вот решениями строительными, но здесь же чувствуется на сегодняшний день жизнь. Вот, много сделали педагоги вместе с заведующей, родители сюда были вовлечены в эту работу. И, конечно, здесь тепло, уют и забота. И та атмосфера, которая создана сегодня, конечно, она будет радовать и детей. Позитивные эмоции испытывают и родители. Сыну Ольги Павловой Егору 2 года и 7 месяцев. И совсем скоро он придет в новый детский сад в качестве воспитанника. Уже наши знакомые сюда ходят, рассказывают, что очень нравится детям. Вот, мы тоже бы хотели уже пойти. Ждем с нетерпением, когда нас приглашат, наша очередь подойдет. Коллектив дошкольного учреждения готов оказывать весь комплекс образовательных и воспитательных услуг. В штате есть педагог-психолог, 2 музыкальных руководителя и 3 инструктора по физкультуре. Детский сад участвует в региональном эксперименте и реализует программу «Тропинки», которая включает направление белгородоведения и авторскую программу Людмилы Волошиной «Играйте на здоровье». Помимо здоровых детей в учреждении готовы принимать и воспитанников с особенностями в развитии. Она отличается от других групп. В ней расширенные проемы, к ней ведут световые ориентиры и находятся поручни для деток с особенностями в развитии. В настоящее время в регионе работают 645 детских садов и 65 групп для дошкольников при общеобразовательных учреждениях. Обеспечить место в детском саду каждому маленькому жителю области – одна из приоритетных задач власти. В нашем регионе она планомерно решается. Только в этом году в Белгородской области станет на 5 детских садов больше. Ксения Семенова, Евгений Северинов. К этому часу Белгород.